О, так я же веду влог. Нет, я. С чего бы? Я уже говорю по-русски. Смотри. Как тебе такое, Илон Маск? Всем привет, я Даша, и так как микрофон у меня, этот выпуск буду вести я. С вами Movavi Vlog, канал о том, как делать крутые видосы. На создание этого ролика нас вдохновили вы, наши любимые зрители. Наш подписчик Роман Смирнов прислал нам ролик, который он смонтировал в видеоредакторе Movavi. Там есть очень интересный эффект. Следите за собачками. Заметили, как собачки плавно растворяются в воздухе, а потом словно из ниоткуда появляются? Была собака и нет собаки. Нам очень понравилась задумка Романа, и мы решили посвятить ей сегодняшний выпуск. Эффект исчезновения и появления, который мы увидели в ролике Романа, можно применять как угодно. Все ограничивается лишь вашей фантазией. Вы можете создать иллюзию исчезновения и телепортацию предметов, снять задумчивую киношную сцену или сделать что-нибудь более практическое и приближенное к реальности. Например, интересно показать процесс заполнения новой квартиры мебелью. Воссоздать такой эффект совсем несложно. Нужны лишь камера или смартфон, штатив, программа для видеоредактирования и немножко смекалки. Ну что, вам уже не терпится узнать, как мы провернули этот трюк с шапкой-невидимкой? Сейчас расскажем. Сперва разберем съемочный процесс. Для эпизода с моим исчезновением мы отсняли 3 сцены. В каждой из этих сцен было важно то, что мы снимали их со штатива и с одной и той же точки. Сначала отдельно снимаем пустую комнату. Затем, не меняя положение камеры, снимаем несколько действий. Как я забегаю в комнату, чтобы спрятаться? Как я надеваю шапку-невидимку? И как я ее снимаю? И, наконец, снимаем, как в пустую комнату забегает Конор и, не обнаружив меня, уходит. А теперь перейдем к монтажу. Первый ролик с пустой комнатой оставляем на главной видеодорожке. Второй ролик переносим на дополнительную дорожку и располагаем над первым роликом. Находим момент, в котором я надеваю шапку, и разрезаем ролик в том месте, когда шапка уже у меня на голове. Вторую половину ролика ненадолго отложим в сторону. Дважды щелкаем по клипу и выставляем бегунок опции исчезания, например, на 1 секунду. Видите, я плавно исчезаю из кадра. Теперь вставляем в наш видеоряд сцену с Конором. Тут никаких хитростей нет, добавляем ее на главную видеодорожку. Осталось смонтировать эпизод с моим появлением. Здесь почти все то же самое, как с исчезновением. На главной видеодорожке ролик с пустой комнатой. Над ним на дополнительной видеодорожке отрезанный нами ранее кусок, в котором я снимаю шапку. Находим момент, где я вот-вот сниму шапку. Подрезаем видео слева. Дважды щелкаем по нему и выставляем бегунок опции появления на 1 секунду. Вот и все, я вернулась. Как видите, создать эффект исчезновения в видео проще простого. Еще раз благодарим Романа за то, что он поделился с нами своим творчеством. Смело берите с него пример и присылайте нам свои видео. Ну а если вам понравился сегодняшний выпуск, обязательно посмотрите этот, про двойника. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До скорых встреч, пока-пока. Ну что, вам уже не терпится узнать, как мы провернули этот фокус-покус? Программа для видеоредактирования. Еще раз благодарим Романа за то, что он поделился. Так все хорошо начиналось.